Всем доброе утро! Наконец-то в Крыму, в Симферополе пошел снег. Сегодня 10 января 2020 года. И вот такое с утра у нас чудо. Собачки уже дома. Потом, если снег не растает, сниму с ними. Мы с Елисеем ждем невесту. Сейчас к нам она должна подъехать. И мы вышли. И вот Елисейка на снегу. Сынок! Что это такое? Скажи, никогда не видел этот белый пушок. Нюхай, ты пойдем, мой зайчик замерзнет.